На мировой рекорд замахнулись участники Улы-Дала-Жорығы. Масштабный марафон «Байга» продолжается 8-й день подряд. 12 команд уже преодолели на лошадях 750 километров. По условиям соревнований на середине гонки они заменили коней, чтобы сохранить их здоровье. Однако 4 скакуна показали завидную выносливость и решено, что они проедут и оставшийся отрезок пути. Если все 1300 километров дистанции животные пройдут без смены, это станет мировым рекордом. А их всадники получат по 1 000 000 тенге. К слову, общий призовой фонд 30 миллионов тенге. По итогам 8-го этапа в тройке лидеров команда из Мангустауска, Костанайской и Актюбинской областей.